В Нижнекамске скоро появится новый спортивно-семейный парк отдыха. Располагаться он будет вдоль лесного массива по улице Менделеева. Строительство нового парка уже началось и пройдет в несколько этапов. Тему продолжит Лилия Жданова. На одной территории будут располагаться футбольное поле, площадки для пляжного волейбола, баскетбола, уличные антивандальные тренажеры и велопаркинги. И это не считая детской площадки. Вдоль всего парка проложат брусчатку, где найдется место и для пешеходов, и для велосипедистов. Сейчас в проект парка вносятся коррективы. К примеру, как здесь, да. вот так. Скамейка будет, но не будет вот этой. Да, убрать, вот здесь углубление именно по центру, чтобы была она. В этом парке можно будет и спортом заняться, и просто погулять. В лесной части появились проплешины от вырубки сухих деревьев. Так что там решили поставить скамейки и беседки. За безопасностью круглые сутки будут следить полицейские. Городская черта и подход к Каме. Очень много людей в летнее время. Пешком вот идут к Каме отдыхать, поэтому вот эти условия мы и хотим создать более комфортные. Строительство будущего парка будет вестись в несколько этапов. Сначала построить дорожки для пешеходов и велосипедистов. Стоимость работ 25 миллионов рублей. Деньги будут выделены из местного бюджета. Первый этап планируется завершить уже к концу июля. Лилия Жданова, Лилия Егорова, Александр Васильев, Вести Татарстан, Нижнекамск.